патриотические чувства, потому что сейчас, на самом деле, такое время, достаточно много войн происходит, и мне кажется, сейчас это важно, чтобы ощущать гордость за свою страну, чтобы хотеть оборонять ее. Я познаю историю, отдаю дань своему дедушке, который прошел с 43-го по 45-й год, дошел до Кёнигсберга. С моей точки зрения, детская игра для взрослых. Это такой, я бы сказал, патриотический Диснейленд. Это все-таки адресация к тому, что сейчас взято за основу всей российской внутренней пропаганды, связанной с историей. Война и Великая Победа. Вот это является сейчас, я бы сказал, таким главным историческим брендом. Мы должны гордиться нашей историей.